Hi, с вами Хелен Си, и это новые слова, вторая часть, упражнение 17, страница 122, девятый урок. Тема The World Around Us, учебник за пятый класс, Верещагина и Афанасьевой. Не забудь поставить лайк и подписаться на канал, а также заходи по ссылке в описании на мой инстаграм, там очень много классных постов и видео. Лили, Лилия, Лилиз, The Lily has a large flower. У Лилии большой цветок. She doesn't like lilies. Ей не нравятся лилии. The water lily grows in the water. Водяная лилия растет в воде. Do lilies smell nice? Лилии пахнут приятно? Chrysanthemum. Да, это сложное слово. Chrysanthemum. chrysanthemum. The chrysanthemum is an autumn flower. Хризантема. Это осенний цветок. Are you fond of autumn chrysanthemums? Тебе нравятся осенние хризантемы? My granny doesn't grow chrysanthemums in her garden. Моя бабушка не выращивает хризантемы в своем саду. Honeysuckle. Жимолость. The honeysuckle is a climbing plant that has many small sweet smelling flowers. Жимолость – это ползущее растение, у которого много маленьких сладко пахнущих цветов. Daisy – маргаритка. Daisies. The daisy is a very common small flower. Маргаритка – это очень обычный маленький цветок. The daisy is a flower with pink, white or yellow petals around a yellow center. Маргаритка – это цветок с розовыми, белыми или желтыми лепестками вокруг желтого центра. Poppy. Мак. Poppies. The poppy is a plant with round red or yellow flowers. Мак – это растение с круглыми, красными или желтыми цветами. Is the poppy your favorite flower? Мак – твой любимый цветок. In spring I always go to the mountains where poppies grow. Весной я всегда хожу в горы, где растут маки. Snowdrop. Подснежник. Snowdrops. The snowdrop is an early spring flower. Подснежник это ранний весенний цветок. I think it is the first flower we can see at the end of winter. Я думаю, это первый цветок, который мы можем видеть в конце зимы. Primrose. Примула. Primroses. Have you ever seen primroses? Вы когда-нибудь видели примулы? Are primroses autumn or spring flowers? Примулы – это осенние или весенние цветы. Blossom – это цветы на деревьях. Blossom is the flowers of a tree, especially of a fruit tree. Blossom – это цветы на деревьях, особенно на фруктовых деревьях. Apple blossoms – цветы на яблоне. In blossom – в цвету. To be in blossom – быть в цвету. I like my garden when all the trees are in blossom. Я люблю свой сад, когда все деревья в цвету.